И всем привет, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами, как всегда, Кунька Престус, как всегда, на моем канале. Но у нас вышел наконец-таки долгожданный мажор. Время у нас 2 часа по Москве. Это значит, что самое время, конечно же, это все купить, покрутить немножечко. Ну, я планирую, наверное, капсул 40 открыть. Не знаю, зачем вообще, даже не спрашивайте. Я предлагаю, что, давайте начнем с нами, заодно посмотрим, пообсуждаем. Так, десяточку, 580 рублей, ебать, вот это цены. Ой, какие ж кусачие цены у вас, конечно, господин Габен. Вы бы немножечко поменьше сделали, а то я-то охуеваю с таким моим инвентарем не слабеньким. А, кстати, как я так посчитал, мне не хватит ни хрена. Ладненько, давайте сначала посмотрим, что у нас здесь лежит. Вот такая вот у нас медалька, конечно же, ее надо будет прокачивать по полной. Вот, ну и граффити. Выбрать граффити, команду можно. Так, что у нас, блин, ну граффити по сравнению с предыдущим, конечно, как-то говно, если честно. Тогда я прям взял этих, выбрал с дракончиками, так прикольно выглядело. Да, и возьмем тогда вот этот граффити, пускай будет. Так, и что у нас по капсулам? Давайте посмотрим, что у нас тут в капсулах лежит. Так, голдовые. Ну, голдовые, в принципе, смотрятся неплохо. Это у нас что? Поло. Ну, типа, не знаю. Ну ладно, давайте погнали, посмотрим. Но, как по мне, слабоватенько. Кстати, на две голда пролетели. Розовый голда сразу! Ух ты, ебать! Ух ты ж ебать, блядь! Смотри, что творится. Так, сразу продаем, нахуй. Потому что это даже не обсуждается. Это... А, он еще не продается. Ладно, тогда пооткрываю, потом продам. Бля, ну если бы голда Нави сразу выпала, бля, ебать бы я сразу бабу крубанул бы, конечно. А, там не Нави была голда, да, там это что-то другое было. Ну понятно, я походу первый, кто начал открывать, вообще первейший прям сорвал целку с этих капсул. Потому что еще ни один розовый херорик не продает героев. Ну посмотрим, посмотрим. О, еще голда пролетает. Блять, сука, до розового не доехала. Это печалька. Ну, как по мне лично, я, конечно, дизайнер тот еще себе, но, как по мне, слабоватенько. Это мое личное мнение, я никого не заставляю его слушать, но, типа, предыдущий год был, как по мне, красивее. Не знаю, может, кому-то это и зайдет, может, и нет, на вкус цвета товарищей нет, у всех, как бы, разные вкусы, это ничего страшного, но мне лично не заходит. Не, ну, если я голду выпью, я чувствую, я соседям устрою доброе утро, блядь, в 2 часа ночи, блядь, полтретьего, точнее, уже. Ну и чё? Одна розовая, это все, чего я достоин? Да ладно, Габен, ну я же знаю, ты можешь лучше. Ну давай голду. Хотя бы одну. Ну просто голду хотя бы одну. Вот реально, я помню, я когда эти предыдущие мажоры открывал, я тоже там закупал по 50 и так далее. Ну, кстати, фиолка. Фиолка неплохая, блески. Вот это прикольно, вот это реально красиво, респект. Так, ну первую десятку мы изменяем. Да вот, я, короче, с первой прям капсулы сразу голду выбил. Вот это было вообще жестко. Так, понятно, здесь пошел дешман всякий. Но хотелось бы, конечно, голду. Голда это наше все. Не, слушайте, я так смотрю, ну ничего такие, кстати. Ничего такие, ну по крайней мере обычная синька, типа, неплохо выглядит. Ну просто опять же, вот этот размер, ну точнее, вот эта форма как-то, ну... Я не знаю даже. Что-то в этом есть, но что-то и в то же время говно, если честно. Ну, это опять же мое мнение. Сколько розового пролетело, как вкусно, блядь. Чё, первое розовое и все, что ли? На этом, блядь, можно видос заканчивать, блядь. Я понял, я вас понял, я вас услышал, блядь. Спасибо большое. Голда пролетела. Розовый, ну и выпадает фиолка. Хероик. Герой фиолетовый. Ну, блин. Чё, я героев, что ли, буду собирать по полной? Ну, давайте голдовую что-нибудь из Нави. Там, не знаю, голдовую симпла. Прям сразу тысяч за 10 поставить, блядь, на торговую. И купить потом какой-нибудь ножик себе. По-моему, неплохой вариант. По-моему, даже шикарный вариант, я думаю, даже так. Ну, что-то как-то до розового не доезжает. Ну, понятненько, да. Печалька ебаная, печалька, беда. Не выпадает нихуя. Ай, ладненько, насколько там мне еще хватит-то? Давайте еще пятак. Надо посмотреть, сколько мне бабок осталось. Ну, в принципе, еще десяточку, я думаю, автографов можем себе позволить. Хуй, десятку уже не могу. Ай, извиняюсь, математика у меня всегда были проблемы, поэтому я стал трейдером, все логично, блядь. Хватило еще. Давайте еще покрутим, посмотрим. Не, ну просто, блин, обидно. Хотелось бы голду выбить, извините меня. 1000 на пират, ну, на медальку. Да, понятно, что с тремя этими монетками еще. И 2000 на капсулу не выбить голду за 2000. Ну, это как минимум
как минимум грустненько будет. Голду-то хочется, блядь. Потому что голду сейчас прямо в первые часы, когда только капсулы вышли, я думаю, голду можно будет слить за норм бабки. Хотя, с моим везением, мне только в русскую рулетку играть, я думаю, блядь, это самый лучший вариант. Прям взял русскую рулетку с одним патроном и застрелился нахуй. Да пиздец. Да чё, одна розовая, что ли, серьезно? Это весь рандом, что меня порадует, блядь? Ну давай голду заебало, блядь. Любую уже, ладно, хуй с этим симплом, блядь. Дай обычную голду любую. Хотя, не, хотелось бы симпла. За симпла точно потом можно будет ножик взять себе какой-нибудь. Если прям сейчас его продать быстренько. Хотя, какие там автобаи. Бля, можно же посмотреть, что я туплю. Если, конечно, его продают. Так, где у нас Нави? Ёпта, мать. Так, бит, электроник. Чё-то я в глаза ебусь. А, вот он. У симпла, как всегда, блядь. Роспись. Нихуя не меняется. 16 тысяч сейчас продают. Симпла голдового. Автобай 3600. Ах вы суки. Ну, бля, за 3600 бы хотя бы его слить сейчас. Вот реально. О, блядь, голда переехала. Спасибо большое, блядь. Одно дело, когда капсула стоит 15 рублей, голда приезжает, как бы хуй с ним, блядь. Другое дело, когда, блядь, капсула стоит 58 рублей, блядь, и проезжает голда. Вот это, блядь, нихуя не хуй с ним. Ну ты чё, ёб твою мать, блядь. Ну, опять голда пролетела, я тебя понял. Я тебя понял, я тебя услышал. Спасибо большое, папаня, блядь. Как нравится, долбиться в задницу, блядь, да ты заебала нахуй. Блядь, понятно, что мне вот они фиолки сыпятся, а можно голду, блядь? Но ты заебал реально переезжать, не доезжать, блядь. Остановись, вот здесь голда, блядь. Ёб твою мать, пиздец. Крайняя капсула. Вот и что делать, блядь? Повезет мне, не повезет? Хуй его знает, блядь. Ну, что-то я сомневаюсь, блядь. Ну, симпл, блядь, блески. Спасибо большое, блядь. Сколько он стоит, нахуй? 58 стоит капсула, блядь. А он, блядь. Ну, история данного предмета недоступна. Заебись, спасибо, папаня, блядь. Ладно, сейчас продам и еще покручу, хуль делать. Ну да, охуенно. Потратил 2000. Выбил я на, чтобы вы понимали, 250 рублей. 125 рублей, извиняюсь. Достойно, блядь, достойно. 125 рублей, это прям, как вкусно, блядь, пиздец. Просто охуетительно, блядь. И какой-нибудь пидор, блядь, с одной капсулы единственный выбит голду, блядь. А я здесь кручу, верчу. И, кстати, герои стоили 50 рублей всего лишь, блядь. Розовый герой, 50 рублей, блядь. Спасибо большое. Ну вот такое вот конченное открытие, краткий гайд о том, как проебать, блять, проебать 3 штуки, нахуй, это просто пиздец, блять. Ладненько, народ, на этом у меня сегодня все, спасибо, что смотрели, подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы новые видео или стримы. Напоминаю, что все ссылочки будут в описании, ну а с вами был, как всегда, Кунька, желаю всем помощи, подружек, докладов, тиммейтов и дорогого шмота. Всем удачи, народ.